Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня у нас будет долгожданный обзор каталога Oriflame номер 17. Это последний каталог в 2019 году, и у нас начнется Новый год вместе с новыми каталогами. И чтобы этот каталог прошел у вас идеально, просто были много-много заказов, и вы правильно выбрали для себя продукцию, сегодня я вам расскажу все. Честный обзор, что хорошее, что не очень, на что нужно обязательно обратить внимание и в каких акциях вы можете поучаствовать. И расскажу вам какие-нибудь фишки, как обычно я делюсь всем, что знаю и что сама использую, и получаю классный результат. Итак, приступаем к тестированию. Мы будем не просто листать каталог, а я вам все покажу, то, чем сама пользовалась, и поделюсь своим опытом. Поехали! 17 каталог начнется с 9 декабря, а закончится 28 декабря, ровно 3 недели. И начинается он, конечно, с такой красивой обложки, но самое интересное все внутри. И здесь меня просто восхитило это предложение, что наша с вами любимая тушь 5 в одном, а в двух вариантах есть просто 5 в одном, наш привычный формат, и есть тушь XXL объем. Интенсивный черный цвет будет в праздничной упаковке. Я вам покажу кисточку. Кто никогда не пользовался такой тушью, это, кстати, тоже праздничная упаковка у меня здесь, ультрачерная. Кисточка у туши будет вот такая. То есть смотрите, с этой стороны очень короткие щетинки, а с другой более длинные. И тушь имеет небольшой изгиб, благодаря чему очень хорошо прокрашивает, подворачивает и разделяет реснички, укладывает их веером. Действительно, очень крутая тушь. И у нее хорошая формула. Единственное, что я заметила лично, что в этой туши кисточка немного шире в самом начале. То есть, если тушь X5 в одном, у нее более закругленный узенький кончик, то у этой, вы видите, он одинаковый, что в начале, что в конце. Но к этому легко приспособиться. И мне показалось, что эта формула легче смывается водой. То есть она практически полностью смывается, не оставляя разводов вокруг глаз. Тушь зачетная. Обязательно возьму себе такую тушь. А здесь, когда я увидела впервые эту картинку, я сказала: ну как же так? Мы еще не успели отойти от новинки Giordani Gold Essence Sensuale, а тут еще один очаровательный аромат. Я уже потерла страничку, восхитилась, и могу сказать, что этот аромат мне очень понравился сразу. Вот с первых нот я понимаю, что я его закажу, тем более что он будет у нас по акции при заказе на 990 рублей. Из этого каталога вы можете взять один флакончик за 799 рублей. То есть, если у вас будет два раза по 990 рублей, два флакончика, три раза, три флакончика и так далее. То есть все кратно. И к нему такое чудо. И это чудо можно покупать как в наборе, так и по отдельности. Сюда входит в этот набор крем для душа Divine Royal и парфюмированный лосьон для тела. Обязательно возьму набор, и даже, наверное, не один, потому что я люблю такие наборы. С удовольствием всегда беру в парные. Мне нравится, когда полностью весь набор по уходу за телом и парфюм пахнет одинаково, то есть с одним ароматом. Далее у нас есть возможность заказать пакетики по 49 рублей новогодние, то есть прямо в преддверии Нового года нам компания помогает решить вопрос с упаковкой. И тут у меня восторг, я только сейчас увидела, что у нас идет праздничная скатерть за 999 рублей, размеры 2 метра на 145 сантиметров. Смотрите, какой оригинальный новогодний орнамент, мне нравится. Я в прошлом году взяла скатерть, у нас была белая с золотым орнаментом, и, конечно же, мы ее стелили на Новый год, это было очень красиво, празднично, нарядно, и эта скатерть меня просто восхищает, здорово. Набор класс, сейчас я вам его покажу, потому что я приготовила. У меня есть и аромат, как видите, я им пользуюсь, у меня вот уже где-то четвертая часть использована, и гель для душа просто такой, обожаю. Аромат сливовый, он невероятно привлекательный, легкий, естественно, он фруктовый, но он вкусный. То есть его, когда вдыхаешь,
хочется вдыхать и вдыхать и вдыхать. Особенно мне понравилось, как сказала моя знакомая, она сказала: «О, тебя хочется съесть!» Это, ну, это прикольный, правда, аромат, в том плане, не то, что прикольный и все, а в том плане, что он вкусный, он создает настроение очень позитивное, и он поддерживает, как бы, это настроение на протяжении всего дня. Аромат не стойкий, его нужно регулярно освежать. Ну, где-то 3 часа проходит, и его нужно освежить, чтобы опять его ощущать. Но он и не должен быть стойкий. В общем-то, весь набор всего за 399 рублей. Потрясающая акция. Честно говоря, если бы у меня не было такого аромата, я бы обязательно в акции тоже поучаствовала вместе с вами. По поводу геля хочу сказать, что это один из лучших гелей, которые я пробовала в Oriflame. Он просто классный. Он с натуральными эфирными маслами. Отлично просто пенится. Невероятный аромат. То есть он пахнет настолько же сильно, как и парфюм. И масла, которые находятся в составе, настолько круто увлажняют кожу, что выходишь из душа и просто даже нет потребности мазать кожу кремом. Она уже увлажненная от масел. Кожа мягкая становится и очень гладкая, очень. Я помню Мишины слова, когда первый раз попробовала с этим гелем, искупалась, он сказал: «Что, такая гладкая кожа? Ты что сделала?» То есть я его не предупреждала, что буду новинку пробовать, а он это сам ощутил, и мне это было очень приятно, я сразу отметила. Ну, раз мужчина заметил, значит, это действительно круто. Еще один набор за 499 рублей. Он включает в себя туалетную воду «Лидер». Вот у Миши она заканчивается, последние капельки. Мне нравится этот аромат. Кстати, мы его в первый раз не оценили, когда первый день вот он его набрызгал. Как-то мы его не поняли, а потом он так классно раскрылся. И могу сказать, что это один из любимых ароматов, несмотря на то, что такая доступная цена. И в паре пена и аромат за 499 рублей, при том, что аромат большой объем. Вы видите, что здесь 100 миллилитров, и это очень надолго хватает. И при том, что он стойкий. Дальше. У нас будет акция. Если вы сделаете заказ на 500 рублей из каталога номер 17, в первом каталоге закажете еще раз на 500 рублей, то вы получите по супер скидке наши легендарные продукты. А это будет, да, аромат Love Potion, омега-3 взрослая 60 капсул и ночная маска NovAge. Та маска, которая просто потрясающая. Я уже 2 или 3 раза ее брала. Вот не помню точно, скорее всего, 3 раза. И я ей очень довольна. На утро просыпаешься с таким свежим лицом. Цены пока не указаны, но мы скоро с вами получим новый каталог и уже будем знать, сколько будут стоить эти продукты. Но я думаю, что цены будут очень привлекательные. Далее, подарочный набор для мужчин и подарочный набор для женщин, тоже по 799 рублей. В набор входит у мужчин парфюмированный шампунь для волос и тела и аромат Darkwood, а для женщин тоже парфюмированный лосьон для тела. То есть здесь шампунь, здесь лосьон для тела, и тоже аромат у нас здесь идет черри, то есть это вишенкой будет пахнуть, и все идет в красивых коробочках. Следующий набор тоже подарочный, 1199 рублей, и он включает в себя аромат Мисс Джордани и дезодорант. Дезодорант тоже будет в красивой коробочке. И опять набор для мужчин Мистер Джордани, и здесь наборы, парфюмы. Ну, что я могу сказать? Нужно выбирать на свой вкус, кому какой аромат нравится. Запаситесь пробниками, чтобы не было такого, что вы: «Ой, хочу этот, а вдруг потом не понравится». Запаситесь пробниками каждому аромату. Вот так будет выглядеть Eclat Femme Weekend. Очень красивый и очень вкусный аромат. Поэтому возьмите пробники, те, которые вам понравились, или те, которые вас просит клиент, чтобы вы уже к тому моменту, когда отправлять заказ, точно знали, кому что нужно заказать. И здесь у нас тоже набор Нежная роза, набор Хайпедизиак. Вот такой будет аромат красивый. Кстати, люблю этот аромат. Он пахнет клубникой, такой свежий, но он больше весенний. То есть я им зимой очень редко пользуюсь. Мне нравится весна-лето. Он звучит очень красиво. И мне кажется, он действительно совпадает, вот когда клубника спеет, и как раз этот аромат. И это тоже у нас продолжаются
Так, это уже не наборы, ароматы за 699 рублей. Хорошая цена, кстати. И дошли мы до тональной основы. Обязательно возьму себе стойкую минеральную тональную основу. Почему хочу ее взять? Я ей давно пользовалась, и я уже как бы забыла свое впечатление. Но, насколько я помню, я была в восторге от этой тональной основы. Во-первых, у нее высокий SPF 15, а зимой очень важно защищать кожу от солнца, потому что, отражаясь от снега, она наносит еще больше вред. Далее, она минеральная, то есть она очень здорово ухаживает за кожей, содержит 5 полезных минералов для кожи, и я хочу ее вспомнить, потому что она также и предотвращает потерю упругости, предотвращает увядание, ухаживает и дает плотное покрытие, маскирующее. Я хочу ее вспомнить, поэтому буду заказывать. Далее помады. Вот если говорить о помадах Джордани, то это моя любимая серия. Мне она больше всего нравится. Ну, во-первых, по дизайну, у нее очень красивый ободок, необыкновенно просто все это выглядит. И какой цвет попался? А, у меня попался красный, наверное, 50, так, 313,80. Есть тут такой тон? Нет, не вижу. Здесь такого нет. У нее на самом деле много оттенков, но здесь представлено 8 цветов. И по мягкости эта помада очень мягкая, она хорошо увлажняет губы. У меня таких помад примерно 5, наверное, 5 штук именно вот в такой упаковке, потому что я их просто безмерно люблю. Она для меня самая крутая. Слышали, как щелкнула красиво? Щелк. Бальзамчик такой я тоже брала, он с ароматом ванили. И у него вместо, как на носике, есть губочка, и когда надавливаешь на тюбик, то капелька выходит прям через губочку. Как это удобно наносить на губы, я вам передать не могу. Это очень очень приятный продукт, я его тоже рекомендую. Румяна в шариках, я считаю, должны быть у каждой девушки. Во-первых, это красиво и это необычно. То есть, если вы любите все необычное, то это как раз для вас. Я сейчас в руках держу румяна, естественно, сияние. 34545 код. Как видите, здесь несколько цветов, в основном бронзовый и розовый. Но некоторые шарики золотистые, они потерлись об бронзовые, и тоже не видно, что они золотистые. Но здесь три цвета. Это вот реально тот самый цвет, который нужен, как я считаю, его нейтральным. То есть, если не знаешь, какой выбрать цвет, то нужно взять вот естественно сияние. Просто для любого оттенка кожи эти румяна подойдут. То есть это прям беспроигрышный вариант. Вот так они закрываются губкой, крышечка просто закручивается, все компактные, не высыпаются, крышка плотно держится, но служат они очень долго. 3-4-5 лет это точно они вам прослужат, даже не переживайте. И вот сияющая пудра в шариках, она дает эффект хайлайтера. И как бы за счет того, что собраны разные оттенки, как видите, зеленый, золотой, сиреневый, розовенький, персиковый, то есть разные оттенки, именно они, за счет этих цветов легких, они как невидимочка, как вуаль ложатся на кожу, и кожа выглядит моложе, значительно моложе. У меня такая баночка в офисе на мастер-классах лежит. Дома я пользуюсь в основном хайлайтером, но долгое время пользовалась этой пудрой. Сейчас просто перешла на хайлайтер, новый мне очень понравился. Далее тоже наборы. И я смотрю выгодные цены, очень выгодные, потому что смотрите, лак и мультиактивный бальзам для губ, прозрачный, всего за 199 рублей. Просто посмотрите цены в каталоге. Реальный набор стоит 780. Обязательно возьму себе этот комплект. Даже два. У меня дочка очень любит такие светлые оттенки лаков. Следующий набор я вам даже покажу. Вот такой гель для ресниц и бровей. И любая маска. Смотрите, то есть вы выбираете, указываете код геля и указываете любую маску. Это тканевые маски, очень качественные. А гель мы с вами сейчас распакуем, потому что как раз я хотела достать гель и начать им пользоваться. У меня уже закончился предыдущий. Он приходит такой запечатанный. Мы аккуратненько снимаем пленочку, и внутри кисточка как у туши, и все, и прозрачный. То есть вот этот самый гель, его нужно носить на чистые реснички утром и вечером. То есть он прекрасно идет как база под тушь,
А вечером как уход, просто вы с ним засыпаете, и в это время реснички получают хорошее питание. Я заметила, когда им активно пользуешься, реснички становятся темнее, они не ломаются, становятся более эластичные. И практически все время пользуюсь таким гелем, но вот сейчас был большой перерыв, мне кажется, я месяца два им не пользовалась. И прям чувствую, ресницы по-другому стали, как будто они что-то кончики обломились немножко. И я сейчас прям увидела в каталоге, думаю, нужно срочно открыть и начать пользоваться. Так, масочки убираю. Маски обе хорошенькие, люблю их обе. Всего за 199 рублей тоже набор. Это выгодное предложение однозначно. Так, давайте дальше продолжать. Хорошие комплекты. У меня даже есть пару представителей серии Королевский бархат, и я вам сейчас похвалюсь. Я взяла как раз в прошлом месяце крем-бальзам, и этот крем меня покорил. Несмотря на то, что у него маленький объем, сейчас выдавлю, вот такой вот крем, симпатичный крем, прям он, видите, легкий, но в то же время он питательный. Он является прекрасной базой под макияж. Его можно носить как маску, то есть нанести плотным слоем и подержать как маску, или просто как крем. Мне прям эта штука очень понравилась. И есть также капсулы. Капсулы Королевский бархат с черным ирисом. Они подтягивающие, то есть они нацелены на то, чтобы сократить мимические морщины, чтобы они стали менее выраженные и ушли. И, конечно, это вот приятная процедура, я на ночь их делаю, их не рекомендуют под макияж, потому что это масла, а лучше нанести на очищенную кожу. Вот отрывается хвостик, выдавливается маслице и наносится на всю кожу лица и декольте. Вот такие вот рыбки мы их называем, очень, очень привлекательно. И на них на всех идет очень хорошая скидка. Я бы вот такой вот повторила крем-бальзам номер 4, где он у нас? Всего 659 рублей. Я вот прям рекомендую. И кто любит путешествовать, смотрите, какой удобный формат в дорогу взять. Легкий тюбик, не нужна банка тяжеленная, а легкий тюбик взяли и налегке поехали отдыхать. В общем-то, серия, конечно, Королевский бархат нас радует. Далее. Так, здесь я вам покажу серию Элио. Шампунь. Как раз только достала, пользоваться начала. И бальзам. Ну, это, могу сказать, моя любовь. Очень вкусно пахнет, но достаточно дорого, если покупать по отдельности. Смотрите, шампунь даже со скидкой 369 и бальзам 369. То есть в сумме это более 700 рублей. То есть 700, 700 сколько? 40 практически, да? А в наборе 599. То есть, конечно же, лучше взять набор. Это выгоднее гораздо, и он очень надолго его хватает. Он концентрированный, и я получаю эстетическое просто удовольствие, когда пользуюсь этой серией. Посмотрите, как это красиво. Очень вкусно пахнет. Он парфюмированный, этот набор. Ну и эффект, конечно, на волосах классный, очень классный. Волосы становятся такие мягкие, напитанные. То есть это такой ухаживающий прям набор. И мне очень нравится масло для волос Элио, но в последнее время моей любовью стало все-таки ночное масло. А здесь нам предлагают питательное масло, которое запечатывает секущиеся кончики. То есть если вы хотите отрастить волосы, то нужно закреплять, фиксировать кончики, потому что обычно в чем проблема стоит? Девушка хочет отрастить длинные косы, но никак не получается. Почему? Ну, потому что секутся и приходится постоянно срезать много. То есть сколько отросло, столько же и срезали. А в этом случае, ну, маслица запечатывает кончики, и реже нужно делать процедуру вот это подравнивание. Но сейчас мы будем дегустировать некоторые продукты. Вот все, что у меня есть, я буду на руке показывать. И из блесков для губ у меня есть два оттенка, мы сейчас их найдем. Глянцевый бежевый, вот он так выглядит. Я в него влюблена, мне кажется, я им больше всего пользуюсь. То есть в обычное время, в обычной жизни, когда не на съемках, я очень редко крашу губы яркой помадой. Я люблю блески, и этот блеск, смотрите, какой он красивый, прям глянец, очень натуральный цвет губ.
То есть как будто натуральные губы, но только более выразительные. Классный прям. И пахнет он вкусно, сейчас напомню. Да, прям какими-то ягодками пахнет. И у меня есть еще один сияющий розовый. Я вам его тоже покажу. Особенно мне он понравился летом, когда была немножко загореленькая, когда много солнца. Посмотрите, как все переливается. Он столько содержит этих вот блестюшек в себе, мельчайших, что губы сияют, они выглядят такие объемные, такие классные. Вот мне нравится. Единственное, что я не заметила, что не липкая текстура. Нет, липкая. Я все равно чувствую эту липкость. Она есть. И стойкость. Нет, я не заметила, что он более стойкий, чем любой другой блеск, который я брала в Oriflame. Лично мое впечатление не оказалось каким-то ярким. То есть, если бы это было действительно так, я бы, мне кажется, заметила. Далее хочу похвастаться своими помадами матовыми. У меня есть два оттенка: ореховое пралине и пряное какао. Давайте начнем со светлого. Удобная кисточка, то есть такая губочка удобная. Нанесение достаточно приятное. Помада сначала блестит, когда наносишь, но через некоторое время она высыхает, становится матовая. В основном пользуюсь, конечно, ореховым пралине, более натуральный, естественный цвет. А изредка, то есть под какао нужно соответствовать, то есть нужна одежда соответствующая, настроение, прическа, то есть такой темный цвет уже, ну как бы не прокатит просто так накрасить на каждый день и пойти. Но я довольна этими помадами очень-очень, прям счастлива, что они у нас появились, пользуюсь очень часто. Это тоже одна из моих любимых помад. Три в одном. Какой цвет попался у нас? Самый первый. Это чарующий бежевый. Смотрите, на картинке и помады отличаются. Но когда наносишь вот так вот на руку, на губы будет чуть поярче, уже цвет становится более правильным. Почему? Когда вы смотрите с внешней стороны, вы видите только цвет. Далее идет блеск, следующий слой, и внутри бальзам. И именно при смешении они дают вот такой вот красивый блестящий тон. Одна из самых мягких, вкусных помад, которые брала в Oriflame. У меня были 4 цвета, нет, 2. Розовый хрусталь у меня как-то не очень пошел, я его кому-то подарила. А вот два моих любимых: восхитительная роза и чарующий беж. Их постоянно я заказываю. Поэтому это тоже помада, которую я рекомендую с огромным удовольствием. Далее помада ультракремовая 5 в одном. Тоже взяла я один цвет. Кстати, очень долго я их себе не заказывала. Но вот все-таки взяла один оттенок. Так, а я вам показала, да, эту помаду. Покажу сейчас этот цвет. Вот такой вот тон. Смотрите, плотное нанесение. Но на моих губах, вот по моим ощущениям, помада немножечко суховатая. То есть предыдущая коллекция Zwan была просто безупречна во всем, как она лежала и по мягкости, ну, лично для меня. И эта же помада, по мне, ну, на мой взгляд, кажется более сухой. То есть она и более плотная, дольше держится на губах, соответственно, но она не такая мягкая. Хотелось бы больше мягкости. Но цвет мне очень понравился. У меня как раз оттенок розовое дерево, вот этот цвет. И они тоже слабо соответствуют картинке, поэтому всегда рекомендую брать пробники, прежде чем покупать помаду, потому что бумага не в состоянии передать идеально тот цвет, который на самом деле есть. И опять же, на каждом человеке один и тот же цвет смотрится по-разному. И поэтому, если, например, мне что-то на вас понравилось, это не значит, что мне это тоже подойдет. Так, и у нас здесь есть карандаши для губ. Я вам тоже покажу два оттенка. У меня есть карамельный, самый светленький. Вот такой вот цвет. То есть, видите, он в рыжинку немножко идет. И у меня есть самый темный, это шоколадный, тоже из коричневых. Вот с этой стороны его нанесу. То есть он больше вот сюда, видите, в эту тему. То есть он очень насыщенный такой, яркий, сочный. Поэтому мне сейчас, конечно, трудно из этой коллекции. Нет карандаша такого, чтобы идеально мне подходил под все помады. Конечно, я спасаюсь сейчас карамельным. Немножечко шоколадный я наношу более слабым способом. Пальчиком чуть-чуть его растираю, чтобы он был не очень яркий. Потому что я люблю помады с контуром. Мне больше нравится. Так, из этих помад у меня ничего нет. Поэтому не показываю.
Зато я вам покажу все, наверное, что есть на этой страничке. Во-первых, пинцет. Невероятно крутой пинцет, такая волна. Мне понравилось, что есть наконечник силиконовый, чтобы не тупились и не изгибались кончики. И мне нравится, как он щипит. То есть он не обламывает волосы, он не делает больно. Это такой волшебный пинцет за 119 рублей. Я когда его протестировала в бизнес-центре, сразу вам всем сказала, что это стоящий пинцет. Я очень хорошо разбираюсь в них, потому что мне приходится много с пинцетом работать. И поэтому он достоин того, чтобы быть в вашей косметичке. Далее, тушь для бровей. Если, так скажем, первый раз, когда я получила, я ее не оценила, мне показалось, что это вообще бестолковая какая-то вещь. Если у вас есть корректор для бровей, то есть наши тени, корректирующие брови, я думаю, зачем еще нужна тушь? Честно говоря, я ее раскусила достаточно позже, намного позже, чем она у меня появилась, и сейчас я уже без нее не делаю брови, я ей пользуюсь постоянно. То есть такая маленькая удобная кисточка, у меня средний тон, хотя здесь он выглядит как прям коричневый-коричневый, на самом деле он более натуральный, то есть нет в нем такой яркости. Вот специально вам тут помажу на руке, то есть он более спокойный, чем показан на картинке. Это не темно-коричневый, это просто коричневый. И сейчас что я делаю? Даже если я брови крашу тенями специальными для бровей или карандашом Giordani, мне тоже он очень нравится, сверху все равно я прохожусь этой тушью. Во-первых, она закрепляет результат, фиксирует, укладывает бровки, прокрашивает подпушек, который очень светленький, и выглядят брови более ухоженными. То есть сейчас я могу сказать, что да, это средство нужное, и оно будет с хорошей скидкой, поэтому возьмите для себя хороший продукт, который действительно будет радовать. Так, и у нас еще для стрелочек, неужели я не взяла? Так, не вижу здесь, значит, забыла. Сейчас как раз выкупила себе вот такой коричневый карандаш. А вот же он, не увидела. Недавно начала им пользоваться. Честно говоря, очень долго не пользовалась этим карандашом, потому что я пользуюсь тенями, и когда красишь сверху по теням, забивается кончик. У меня, значит, одна зрительница научила, что нужно закрыть колпачок и хорошо-хорошо потрясти, как градусник трясем, чтобы кончик обратно пропитался тушью, которая находится в этом чудесном создании для того, чтобы сделать идеальные стрелки. Посмотрите, какие можно рисовать стрелки. Тонюсенькие, прям легким прикосновением. Можно посильнее нажать, более толстую стрелку вывести. И я специально взяла себе тон более светлый на зиму, потому что у меня сейчас светлые волосы, и я не хочу, чтобы был резкий контраст. То есть такая вот более естественная стрелка, мне кажется, ну, красивее смотрится, нежели ярко-ярко-черная. То есть не так контрастирует. Вот, очень красиво. Удобная форма, потому что если сравнивать с подводкой, которая гибкая кисточка, то не все могут с ней справиться, а это очень привычная, как ручка. То есть мы рисуем, мы пишем, для нас эта форма идеальная. Поэтому даже если вы не умеете красить стрелки, я думаю, с этим стойким карандашом подводкой вы точно справитесь, у вас все получится. И есть у меня карандашики для глаз. Так, раз, вижу один. Два, было три. И третий вижу. У меня три оттенка. Нет. Значит, один не взяла. У меня еще есть коричневый из этой коллекции. У меня есть еще коричневый цвет. Ну, покажу вам два. Для чего нужен светлый? Для того, чтобы сделать красивый макияж. Smokey Eyes, например. То есть прокрасить внутреннюю часть глаза, а затем растянуть черным или коричневым. Смешать их. Кисточкой растушевать, и будет очень красивый переход. А карандаши мне очень нравятся. У меня к ним вообще никаких нареканий нет. Это хорошие, качественные, стойкие стрелки, которые
проживут с вами весь день, но, может быть, если только у вас очень жирные веки, они немножечко поплывут. То есть они не плывут от воды. Потрясающе крутой карандаш. И, конечно же, рекомендую к нему взять точилку. А точилка у нас уникальная. Она подходит как для обычных карандашей, так и для толстеньких. Такие тоже бывают иногда. Вот давно не было. Так у нас бывают помады, которые нужно точить, или карандаши для глаз. То есть пусть будет двойная. И покажу вам, как точит точилка. То есть я вставляю карандаш, и вы видите, то есть я не делаю даже усилий, она как по маслу снимает верхний слой и не оставляет никаких дров, никаких заносов. Смотрите, какое гладкое снятие делает. Классно. И, конечно, кончик можно делать не слишком острый или очень острый. Еще один слой снять, и будет прям идеально острый кончик. Поэтому точилку в каждый дом. И еще она с секретиком. Мы ее открываем, чтобы почистить. И вот здесь вот есть такая шпажка. Не каждый про нее знает. И вот чтобы снять вот эти вот все вот прилипшие части от карандаша, мы этой шпажкой снимаем, потом обратно ее вставляем. Все закрываем. То есть такой наборчик универсальный. Прям супер. У меня эта точилка уже очень давно. Мне кажется, года 2 или 3. И видите, у нее потрясающе острое лезвие, то есть оно не стачивается. Все вам рассказала, все секреты. Далее, если мы говорим о тенях, то мы обязательно говорим и о праймере, потому что тени лучше всего ложатся именно на праймер. Я вот сейчас не взяла кисть, чтобы вам продемонстрировать, но я надеюсь, вы смотрите мои видео, где я делаю макияж, и я там всегда использую базу, либо праймер, либо тени, либо матовые тени, либо жидкие, либо карандаш наш стойкий. То есть любую основу, которая цепляет сухие тени. Но лучше всего, конечно, праймер. Он специально предназначен для того, чтобы тени хорошо растушевались. Это просто светленький оттенок, который, во-первых, выровняет кожу. От начала роста ресниц до брови вы наносите, и кожа становится затонированная, ровненькая, гладкая, морщинки выравниваются. То есть это праймер для теней. И затем вы берете тени, покажу вам свой любимый цвет. Это, кстати, новый цвет. Сейчас посмотрю, есть ли он здесь. Скорее всего, его здесь нет, потому что этот цвет из коллекции, где у нас было три оттенка: голубенький, зелененький такой и как раз вот этот серый. Очень красивый цвет. Ну, давайте покажу вам. Многие спрашивают, вот темный кофейный. Мне очень нравится оттенок. Видите, да, какой классный цвет. То есть мягкий, спокойный. Он без блеска. Он просто чудесный. И какой вам еще показать? Ну, показывайте пальчиком. Многие спрашивают, вот сливовый тауп. Вот он, как раз есть у меня сливовый тауп. Тоже невероятно красивый цвет. Я люблю тени, если вы заметили, у меня редко бывает, что у меня нет теней, одна стрелка. Даже если одна стрелка, все равно там все проработано века, либо матовыми тенями однотонными, либо праймер лежит, и вот такие тени светленькие, вот у меня еще один пальчик чистый, вот эти тени я очень часто использую. То есть они выравнивают просто кожу, и потом наносишь стрелку, и просто становится очень красиво. Вот так. Я люблю тени, тоже к вопросу многие задают вопрос, нравится или не нравится. Да, мне они очень нравятся, я пользуюсь. Так, вот я не взяла салфетку. Буду как поросеночек сидеть в тенях. Так, что здесь? Ну, к сожалению, ничего показать не могу. Что могу сказать? Пользуюсь сама щипчиками для завивки ресниц. Не часто, но пользуюсь с ними, конечно, лучше ресницы, лучше тушь ложится, но не часто пользуюсь. А мне не подошло средство для снятия макияжа. Оно у меня не удаляет основательно макияж, но оно нравится моей дочке, она им пользуется. Либо им, либо мицеллярной водой. Вот такую тушь я пробовала, она классная. У нее интересная кисточка, то есть она здесь, где розовым цветом, очень меленькая, а сюда расширяется. Вот за счет этого расширения получается, что внешние ресницы очень хорошо прокрашиваются, на них много туши попадает, и они как будто вот глаз распахивают, увеличивают. Ну, удивительная тушь. Очень прикольная тушь, мультифункциональная. Прикольная в том, что она делает ресницы объемными, длинными, густыми. И сама ее форма, то есть одна кисточка, но мы вынимаем либо через два отверстия она проходит, либо через одно. То есть
Это то же самое, только либо на ней будет больше туши, либо меньше. Но это надо вам попробовать. Мне кажется, я непонятно объяснила. Вот здесь хорошо видно, то что вы можете вынуть ее либо через верхний колпачок, либо, не раскручивая верхние два, вынуть сразу из упаковки. Тогда туши на ней будет больше. Это вот этот вариант. И они будут более объемные. Я брала такую тушь несколько раз. Она потрясающая. Так, что дальше? Люблю сейчас стойкую тональную основу. Сейчас вот последние два тюбика, именно они у меня. Один закончился, сейчас второй активно использую. Я беру себе 61 оттенок, прозрачный бежевый. То есть он на моей светлой коже очень приятно выглядит. Так, далее, что еще рассказать? Про базу под макияж многие спрашивают. У меня такой нет, но я ее пробовала. Она прям такая беленькая, как перламутр, то есть буквально хайлайтер. Наносится на кожу, а сверху тон, и получается, как будто подсветка изнутри идет. Очень интересный формат. Но я знаю, что я часто не буду ей пользоваться, и у меня есть просто хайлайтер, поэтому я ее до этого не заказывала. Но вот вижу на своем партнере Наталье, мне очень нравится. Есть у меня такой консилер стойкий, 25 часов стойкости. У меня самый светлый тон, светлый он так и называется. Ну вот так он выглядит, то есть светленький-светленький. Он перекрывает, достаточно плотный. Вы знаете, что консилером мы работаем уже поверх тональной основы, дорабатываем те места, которые нам нужно доработать. Все прокрываем. Вот так он, светоотражающие частички. Ну, он, конечно, делает лицо свежее. Как бы оно такое светится, все моложе, однозначно моложе лицо выглядит, но это для тех актуально, у кого уже возрастная кожа. И всего 249 рублей, приятная цена. Матирующая тональная основа, это для обладательниц жирной кожи. Далее рекомендую такие спонжи для обладательниц жирной кожи, матирующие спонжи. Это очень удобно носить с собой в такой палеточке. Два спонжика, они такие достаточно большенького размера, их можно стирать, то есть их надолго хватит, и вы будете постоянно с красивой матовой кожей. Они не снимают макияж, они только всасывают в себя жир. Очень интересная штука. Кстати, многие спрашивали про кисти. Я пользуюсь только кистями Oriflame. Они бесподобны. Они переживают многолетнее количество стирок, потому что я их использую для макияжа других людей. После каждого макияжа кисти стираю. Вот, поэтому я их рекомендую. Далее, триммер. Да, триммеру скажу да. Мне он очень нравится. Уже много-много лет пользуюсь. У меня чуть-чуть другой, мне кажется, надпись, но в принципе тоже розовенький. Триммер классный, и он такой юркий, маленький, везде подлазит где надо, и хороший ценник, хороший ценник. Посмотрите вот в магазинах, сколько стоят такие вещи. Это очень очень круто. По поводу лаков, вот то, что представлено на 59 странице, это лаки, которые мои любимые, просто любимую. Ну, смотрите, есть два варианта лаков. Вот The One просто, это вот эта коллекция. А есть еще The One, вон тут написано что-то, глосс, ля-ля-ля. Вот эти лаки, они быстрее засыхают. И буквально вот начинаешь пользоваться, через какое-то время уже так густо ложится толстый слой. Вот эти лаки более долгоиграющие, и я их люблю. У меня есть практически все они. У меня полный чемоданчик вот этих лаков. Я их просто, ну, лакоманьяк. Хотя больше всего люблю вот такой вот лак, как сейчас у меня на ногтях. Золотистый какой-нибудь, такой нейтральный, чтобы сильно не бросался в глаза. Почему? Потому что с таким лаком дольше проходишь, потому что яркие лаки у меня быстро сходят. Потому что я постоянно то в воде, то что-то делаю, то на гитаре, и вот кончики оббиваются, и поэтому мне больше, конечно, сейчас импонируют светлые оттенки. Но люблю я, конечно, яркие на ногтях. Вот, рекомендую лаки, очень красивая палитра. Так, а с этой стороны у нас лаки 10 в 1, 189 рублей. Но, честно говоря, они не оправдали моих ожиданий. Во-первых, они меньше по объему, 5 мл. И я не испытала никакого восторга от них.
такого, что прям чудо-чудо, нет, вообще абсолютно. Поэтому я все-таки склоняюсь к тому, что вот эта серия, она самая оптимальная. Они быстро сохнут, они стойкие. Вот, кстати, как раз вот этот лак у меня звездный аметист, он бесподобно красивый. У меня есть обзор на канале этих лаков, как раз пятерка. Они все очень красивые. Даже себе вот такой заказала, просто из-за цвета. Он мне очень понравился цвет. Я его все-таки взяла себе, но еще даже не распечатала коробочку. Но очень красиво на ногтях. Но все-таки вот эти лаки, по мне, так они выигрывают. Так, что здесь у нас? Так, показываю. Укрепляющее покрытие люблю. И люблю двухфазное масло. Вот этими двумя я пользуюсь. Это я не пробовала. Поэтому не знаю, ничего могу сказать. Масло обалденное. Его надо взбить, быстренько нанести на кутикулу, втереть вот так в ноготочки, когда маникюр делаешь. Или, например, маникюр сделали, чтобы вот все вот кожицу увлажнить, то, что состригли, там отодвигали, чтобы никаких травмочек не было. Маслица все вот подпитает, залечит. Классно. Потом ногтевую пластину протираешь и уже наносишь укрепляющее покрытие, которое я испытываю, использую как базу под лак, а потом уже сверху лак. Вот это тоже не пробовал, но красиво сделан набор кистей. Ну, конечно, он бесподобен, но я на ногтях не рисую никогда. Нет у меня на это времени, к сожалению, или не к сожалению. Так, это все пробовала. Очень понравился вот этот блеск. Он прям из прозрачного превращается в ярко-розовый. Это бесподобно красиво. Мне понравились бальзамчики. Они такие прозрачненькие, мягенькие, хорошие. Мягкая-мягкая помада, сияющая. Тоже на канале есть обзор. Посмотрите, красивейшие цвета. Мягко лежит на губах, красивое сияние. То есть это прям рекомендую. Из этого не пробовала ни то, ни другое. Но зато покажу вам кисточку у этой туши. Это старая упаковка, еще Colorbox. Чтобы вы имели представление, какая это тушь будет. Вот, смотрите. То есть большая кисточка, если сравнивать с тушью 5 в 1, давайте ее тоже откроем, то увидите, насколько она больше. То есть для меня вот эта кисть вообще исключается. Я ей не могу пользоваться абсолютно. Она для меня слишком огромная и неудобная. Я ее взяла вот именно для того, чтобы, ну, как сказать, попробовать. Потому что я давным-давно брала и помню, что мне кисточка не подошла. Думаю, может быть, я ошиблась. Нет, не ошиблась. Открыла, начала пользоваться, но не получилось. Поэтому имейте в виду, что кисточка большая, но кому-то она очень нравится. У меня есть несколько клиентов, которые ее просто обожают. Но имейте в виду, что здесь водостойкая. Их две. Есть обычная, тоже в таком же желтом футляре. Это водостойкая. Так, лаки. Ну, я такими не пользовалась, поэтому ничего не могу сказать. Далее. Я пробовала объемную основу под тушь. Она дает эффект. Есть ну, не такой уж прям вау, прям эффект, но есть эффект, то, что тушь потом ложится более сразу легко, сразу объем, длина появляется. Но опять же, кому как. Я и с удовольствием пользовалась, потом мне надоело. Я даже ее не закончила. Просто надоело, и я перестала. Потому что, ну, я и так довольна своими ресничками, когда просто тушью прохожусь. Но иногда хочется, знаете, вот, как бы что-то поменять, что-то привнести новенькое в свой макияж. Я, конечно же, начинаю доставать и то, и другое. Так, здесь у нас удлиняющая тушь. Тоже нет у меня такой туши, зато я вам покажу такие карандашики. Сейчас покажу. Раз, два. Вот у меня коричневый и синий есть. Коричневый вот тут вот крашу. То есть вы видите, приятный цвет, без рыжины. Такой теплый, хороший оттенок. Даже нейтральный, я бы сказала, нейтральный коричневый. И синий, глубокий синий. Видите, он прям в черноту ходит. Прям специально побольше крашу, чтобы вам было хорошо видно. То есть это не яркий цвет, он такой глубокий, синий. Очень комфортные карандаши, мягкие, хорошо прям ложатся на веки. Обычно бывает такое, на коже здесь хорошо, на веках не получается. Здесь же все идеально, все совпало. Так, что здесь? Так, ну здесь вот помада, я забыла такую взять. У меня здесь есть любимая помада «Чайная роза». А, прекрасный
тон, преображающая тональная основа. Вот про него могу сказать, что он действительно чудесный. Давайте его сразу потестируем. Капельку выдавливаю на руку, много не буду, потому что его много не нужно даже на все лицо. Смотрите, у меня этот оттенок, конечно, не очень удачный, он только летом мне подходит. У меня теплый нюд 35-237, но он приятный, он не забивает поры, очень хорошо маскирует несовершенство кожи, хорошо лежит на лице в течение дня. Я этим тоном довольна, то есть это один из тех продуктов, которые я люблю, особенно вот серия Giordani, вроде бы самая крутая серия, но не все продукты мне в ней нравятся, а преображающая тональная основа мне очень даже подошла, тоже у нее SPF 8, и она делает сияющую кожу, то есть как бы лицо, ну конечно, на руке не очень видно, но все равно оно прям вот сияет, кожа такая приятная, и мне нравится, то есть она как бы не как маска смотрится. Очень люблю пудру рассыпчатую, все мечтаю ее как-нибудь заказать, потому что она у меня была пару раз, потом я перешла на пудру, сейчас у меня компактная, никак не заканчивается, она мне уже так надоела, но она не заканчивается, как кончится, я себе закажу обязательно такую рассыпчатую пудру, она, ну, она прям вот бесподобная, она просто волшебная, и она уже идет с кисточкой, у нее есть специальная такой вот как закрывашка, которая крутится и можно повернуть, открываются дырочки, через которые можно высыпать пудру в крышечку и потом закрыть, чтобы пудра не высыпалась, то есть ее с собой носить удобно, и она отличается от всех пудр очень сильно, она действительно стоит этих денег, поэтому если ищете себе хорошую пудру, то это именно вот она. Так, здесь я пропускаю без скидок, не буду рассказывать. Кстати, интересные часики, парочка такая, черная, красивая. Новая бижутерия, смотрите, для ушек. Я бы хотела снежинки. Вот честно, мне и олени понравились, но снежинки вот хочется прям к Новому году. Давайте с кем-нибудь скооперируемся. Я возьму себе снежинки, кто-то возьмет оленя, а кто-то подвески. И у нас будет с вами за 200 рублей... У каждой по паре сережек. Ух ты, какая шапочка красивая. Хотелось бы, конечно, померить, попробовать качество какое. Если нам привезут такие новинки, обязательно запишем вам видео красивое. Немножечко бижутерию так вот пролистываю, покажу, что я себе заказала. Серьги у меня новые. Это новая коллекция. Я сразу себе взяла вот эти серьги. Ух, увесистая жемчужина, они не легкие, я так скажу, она прям вот жемчужина, очень легкая, тяжелая. То есть если вот эти детальки они невесомые, то жемчужинка очень тяжелая, я даже не знаю, почему ее такую тяжелую сделали, но серьгами я в целом довольна. Кстати, это трансформеры, их можно снять и оставить только вот эту блестяшку, а потом, если захотите, одеть эту запчасть обратно. И еще я очень хочу вот это ожерелье, может быть, тоже его закажу. Вот из мужской коллекции мне понравился только шарф. Все остальные аксессуары, мне показалось, выглядят как-то дешево. А шарф, он и приятный на ощупь, хорошая цветовая гамма, прям вот мужской хороший шарф. Так, всю коллекцию с сумочками, с шарфами смотрите на моем канале. Вот еще я себе взяла сумку леопардовую, тоже покажу. У нее внутри есть клепочки, я их сейчас сцепила, и поэтому она вот такой формы, как мордочка леопарда. Вот тут глазки, да, вот мордочка. С одной стороны она кожаная, под кожу сделана, сумка на молнии, у нее ручка удобная. Ну, мне понравился очень формат, и иногда хочется такой принт носить. Я понимаю, что это не на каждый день сумка, к ней нужно подобрать образ, и тогда уже двигаться вперед. Очень мне понравился этот шарф, я прям на него слюни пускаю, кто себе возьмет, я вам завидую. Но мне его пока даже не придумала, с чем можно было носить. Только сейчас увидела часики, какие оригинальные, то есть не сами часики, а оригинальный браслет, видите, он обматывается вокруг руки, это очень хорошая идея. Вот эта сумка очень даже интересная, у нее очень плотная кожа, ну, под кожу, естественно, не кожаный материал, и он держит форму, то есть она вот как была лодочкой, так и будет, она не изменится. Хочу похвалить этот аромат восточный, цветочный, вот он у меня есть, и реально неординарный аромат.
и по дизайну мне он нравится, и по составу не похож он на орифлеймовские ароматы, то есть его даже не угадаешь, он такой необыкновенный. Ну, конечно, я вам рекомендую, как обычно, взять пробники, потому что, ну, как можно взять аромат по картинке? Это только я вот так могу, просто пальцем в небо. И вот новинка прошлого каталога, в 16-м у нас появилась новая парфюмерная вода, и у нее очень необычная форма применения. Итак, Giordani Gold Essenza Sensuale, то есть это сексуальный аромат. Смотрите, то есть у нас вот эта вот пипетка, когда мы ее нажимаем, так вот закручиваем, нажимаем, туда набирается парфюм. И потом мы вот так аккуратненько переворачиваем, и куда нам нужно, вот эта капелька стекает, например, за ушко, вот так вот, на руках, запястье и так далее. То есть мы очень оригинальная форма использования, я такого ни разу не видела. Потом просто закрывается. Что понравилось? Сам аромат очень понравился, дизайн. Мне нравится, что здесь всего 30 миллилитров, соответственно, и цена доступная, и удобно с собой носить. И я очень прошу компанию Oriflame перейти на такой формат, на маленький формат, 30 миллилитров достаточно. Во-первых, ароматы выходят очень часто, и хочется их все перепробовать. Во-вторых, я не успеваю использовать ароматы, они у меня остаются по полфлакона, там чуть-чуть использованные, потому что выходят новые, новые, классные, все хочется. Поэтому лучше пусть они будут поменьше, и деньги будем экономить, и все перепробуем. Очень, да, чудесный аромат Poses. У меня вот флакон закончился. Я бы его с удовольствием повторила, если бы не выходили, как я уже говорю, все время новые ароматы. Он мне подошел, он мне очень понравился. Но он сексуальный, он такой заметный аромат. Ну, флакон, конечно, очень красивый. У меня, правда, крышечка откололась, я его уронила. Но аромат восхитительный, хотя бы один раз в жизни такой нужно себе заказать, а вдруг он станет вашим любимым, подумайте об этом. Так, эти не брала, не знаю, врать не буду, это тоже не пробовала. Здесь мне нравится, это только на весну аромат, я не представляю, как им зимой пользоваться, он у меня только весной подходит. Этот аромат очень вкусненький, но он больше девичий, он такой дерзкий, вызывающий. У меня дочка им пользуется, я его взяла себе, но потихонечку она мне его перетащила к себе на полочку, и я, в принципе, очень рада, потому что мне нравится, как от нее пахнет этот аромат, просто супер. Так, мужские не рассказываю, потому что, ну, потому что Миша такие не брала, а если вы хотите мужчине своему подобрать аромат, закажите пробники, не ленитесь. Так, здесь есть у нас вставка, и немножечко по ней пробежимся, скажу, что мне из нее нравится, на что обратить внимание. Давайте прямо вместе смотреть. Карандаши Color Box маленькие, то есть они примерно в два раза меньше, чем наши обычные Zevan. Достойные карандаши, выкручивающиеся для глаз с блестками, очень достойные. Дальше двигаемся, смотрю. Очень люблю лайки Джордани. У меня есть, кстати, по-моему, оба оттенка. Оба, кажется, есть. У меня есть 4 цвета помады металли, кроме последнего. У меня есть все, представляете? Подождите, все или три? А, три вот этих верхних. У меня три верхних. Я еще хотела этот, но не заказала. Они мне очень нравятся, но они чуть-чуть подсушивают губы. То есть их либо на праймер, либо бальзамчик вниз, а потом носить. Но они великолепные. Не взяла, не заметила их здесь, но у меня три оттенка, очень красивые. Великолепные вот эти спонжи для тональной основы. Очень красивые, стильные. Бальзам для губ. Нет, он мне не очень понравился, но дочка у меня такой берет постоянно. Я не люблю такую форму, чтобы лазить пальцем, а носить с собой отдельно кисточку для бальзама мне неудобно. Дальше. Это не пробовала. Эту серию для лица, очищающие средства, витаминный крем, я брала дочке, сама пользовалась несколько раз у нее. Бесподобный аромат папайи. Просто его хочется съесть. Какой он классный. Просто Мнака. Так, вот такой наборчик брала, тоже очень понравился. Кстати, мыло в красивейшей подарочной упаковке приходит. И вот такой набор очень красивый с ароматом розы. То есть там прям роза такая тонкая-тонкая.
Жидкое мыло для рук тоже такое брали, но очень концентрированное. Хватило, не знаю на сколько, очень долго. Один из моих любимых гелей для душа. Мне, в принципе, этот аромат понравился, я себе и парфюм такой брала. Ну, миндаль — это отдельная песня. Я люблю сладенькие ароматы, очень вкусно. Оригинальная коробка для упаковки подарков. Она большая, смотрите, размеры, вместительная и очень как необычная закрывашка у нее получается. Так, дальше, что здесь интересно? Ну, бижутерию это вы уже сами посмотрите, что нравится, что не нравится. Кстати, взяла себе от жадности вот такой платок летом и ни разу его не выгулила. Представляете, какое безобразие? Это называется хомячество, когда берешь и не пользуешься. Зато у меня есть весь набор такой посуды, и я жду, когда мы переедем и будем пользоваться этой посудой. Я прям очень хочу. Он красивейший, очень красивый. И аромат маскарад, он у меня запечатанный, пришел мне в подарок. А, так он стоит всего 399 рублей. Но что я хочу сказать, несмотря на то, что туалетная вода, он стойкий. Очень красивый дизайн, это потрясающий подарок. У него такой, знаете, цветочно-фруктовые нотки, есть древесные. Но я больше всего там чувствую ежевику, сандал. То есть он такой сексуальный аромат, очень вкусненький. У меня был такой. Знаете, как интересно было? Один раз я его себе заказала, у меня его выпросила подруга, потому что он был как бы в одном каталоге или в двух подряд, потом его не было. Она мне его выпросила, потом я его еще раз заказала, у меня выпросила клиентка, то есть я его беру, несколько раз пользуюсь, и у меня его кто-то забирает. То есть он такой прям приятный, очень приятный. Я пропользовалась, то есть я пропила комплекс целый, ну весь, всю коробочку, 15 штук напитка Акваглоу. Я заметила пока что, я не могу сказать, что у меня морщины стерлись, нет, я этого не заметила. Может быть, они стали чуть менее выраженные, но я заметила кожу. Она стала бархатная, вот на всем теле кожа поменялась. Личико приятнее стало, даже сейчас трогаю лицо, шею, а совсем другая структура кожи. Я думаю, что еще будет какой-то вот эффект пролонгированный. Но как-нибудь еще повторю, конечно. Вот сейчас я к Новому году подготовилась. А как-нибудь к дню рождения можно будет еще раз пропить. Так, пилинг тоже взяла вам показать, потому что мало кто его замечает. Это вот такая огромная упаковка 100 мл обновляющего пилинга. Его наносят на чистую кожу на 20 минут. Он кремообразный, то есть он, видите, он белый, густой. Его оставляют на 20 минут, потом смываете и делаете дальше свой уход. Очень рекомендую. То есть это классная процедура, которая... Цвет лица меняется, кожа прям начинает сиять. Ну и прям вообще классно. И дома, представляете, не надо в салон идти, а просто очистить кожу, выпустить на свет молодые здоровые клетки. Ну, нужно делать 2-3 раза в неделю. То есть прям 2 дня интервал и сделать, то есть делать почаще. Ой, ну wellness — это моя любовь. Мы пьем из wellness все, коктейль обожаю. А мы пьем для волос внутри комплекс. Иногда кушаем суп. В основном я. В моей семье суп никто не полюбил, только я. Wellness Pack пьем регулярно. Дополнительно беру астаксантин. Иногда дополнительно беру омегу. Когда она идет по акции, всегда беру, чтобы была. Хуже не будет. Так, здесь праймер. Пользуюсь, но забыла взять тюбик. Как раз вот сегодня я с этим праймером на него тон наносила. Праймер нужен, потому что с ним уход становится, ну, как сказать, более... Тон ложится более ровно, и выглядит макияж более так эффектно, более стойкий становится. Вот, хочу показать вам, что выгодное предложение. Крема для лица вседневные. Как я посмотрела, вот у меня как раз коллаген заканчивается, но я им пользуюсь на постоянной основе, то есть этот закончится, сразу новая баночка открывается, потому что этот крем, он очень эффективен. Новая серия Wrinkle Power меня просто потрясла. Кожа становится невероятно крутой. Я считаю, никаких денег не жалко, вот чтобы сделать дома, не ходить к косметологам, потому что я боюсь, что, ну, может быть, рука дрогнет у человека. Или недостаточно опыта, но я не могу свою кожу доверить незнакомому человеку, потому что я знаю, какие бывают последствия. Поэтому я рекомендую лучше выложить, это небольшая сумма за комплексный уход,
пропользоваться 3-4 месяца и получить крутой результат уже с первых дней. Так, а что здесь у нас? Пробники. Смотрите, набор пробников Ultimate Lift всего за 99 рублей. Я вам рекомендую взять такие наборы и дарить своим хорошим клиенткам, чтобы они пробовали эту серию. Конечно, проведите инструктаж, как, в какой последовательности, что наносить. Пакетика хватит, наверное, на 2 раза, чтобы утром и вечером попробовали. Эффект увидит человек сразу. И уже у вас будет стоять вопрос, а как купить? Так, у нас в этом каталоге, смотрите, в каких красивых коробочках приходит Novage. Это здорово. Многие спрашивают про Eco Beauty. Это та самая серия, одобренная Экосёрт. 95% натуральности. Брала я себе всю серию. Я считаю, что каждый флакончик здесь — это личность, потому что они все разные. В каждом флакончике разные ингредиенты. И моя любимая — это все-таки розовая вода, это тоник. Мне очень понравилось масло. Очень, ну все здесь крутое. У нее необыкновенный аромат. Просто вот этот природный аромат для людей, которые... такой образ жизни ведут, вегетарианцы, то есть ПП, то это идеальная серия. Была у меня такая маска, сама маска мне понравилась, мне не понравилось то, что она в банке, и доставать ее оттуда неудобно. Ну хотя бы в тюбике она была, вот как этот скраб бесподобный, очень хороший скраб. Есть у нас такая мицеллярная вода, большой объем, 200 миллилитров, тоже прекрасно снимает макияж, очищает кожу, но мицеллярную воду всегда нужно смыть. Рекомендую салфетки, которые снимают излишки жира. То есть выбирайте или салфетки, или те спонжики. И здесь у нас идут серии Optimals для разных типов кожи. Тоже у нас на канале есть видео, как, какую серию подобрать и как использовать. Похвалюсь вот таким. Этот уже пустой тоник. Ой, это не тоник, а мицеллярная вода. Вот она закончилась. Вот она как раз... Смотрите, какие красивые флакончики. Дочка сказала, что ей понравилось. Это ягоды Годжи и овес, как органический овес. И маска. А маска с согревающим эффектом. То есть ее наносят на кожу, и такое тепло прям идет. Горячо. Обычная питательная маска. Удобно, что она в тюбике, а не в банке. То есть она беленькая. Уже все тоже кончилось. Еще, может быть, там на разик есть. Буду брать, обязательно возьму новую, потому что маска прям 5 с плюсом. После нее кожа мягкая-мягкая. Это не пробовала, не знаю, врать не буду. Рекомендую себя побаловать к Новому году. Возьмите себе вот такой аппарат Skin Pro, если вы не брали еще. Это фантастика просто. Особенно люблю насадку вот эту чистящую, скрабирующую. И массажная. Это такой крутой массаж. То есть я наношу крем на лицо и сразу аккуратненько по массажным линиям двигаюсь. Там идут эти бесподобные вибрации. И кожа прям, кровообращение усиливает. Я прям вижу, как лицо становится такое румяное. Крем лучше впитывается, ну и лицо разглаживается прямо на глазах. Вот это, ну, самое обычное. Ничего я в ней не увидела, в этой штуке для пяточек. Поэтому сказать, что прям рекомендую бомба, нет. Зато мне понравилась маска. Маска идет, смотрите, у нас какой классной акции. То есть мыло и маска за 299 рублей. Маска для рук. Я купила еще в прошлом каталоге к ней перчатки. Видите, какая она густая, она прям вот прям стоит. Раз, наносим толстым слоем, даем впитаться и одеваем перчатки. Но если перчаток нет, просто дайте ей подольше полежать, а лучше на ночь нанесите. И вот так ложитесь сверху на одеялочку, ручки лежат и ждут, когда все впитается. И утром у вас будут гладкие руки. Вот я прям заметила, как у меня кожа на руках помолодела благодаря этой маске. Вот видите, полтюбика уже вымазала за 3 недели. Вот и результат вам сразу классный. Тут у нас все без скидок, но тоже оригинально. Так, пропускаем, чего у меня нет. А, зубная паста есть детская, покажу. Вот он, прям смотрите, оригинальный формат. Обязательно берите детям зубные пасты Oriflame, они одобрены шведскими стоматологами, они очень хорошие, вкусные, и этот мультик дети очень любят, поэтому я думаю, что они будут с удовольствием бежать в ванну, чистить зубки. И подберите им щеточку, мальчикам голубую, девочкам розовенькую, они красивенькие и на присосках, то есть их можно и на стену прилепить, на зеркало, на раковину, куда угодно. Так, крем для рук тоже
покажу, потому что люблю этот крем. Вот он такой здоровый, 150 миллилитров с миндалем, хорошо питает руки, и мне нравится вот так вот, раз и все. Я вот так вот не люблю, вот и открутила, выдавила, думаешь, как закрутить, пока закручиваешь, крем упал на пол. Вот этого я терпеть не могу, поэтому я всегда выбираю вот такие вот крышечки, чтобы, ой, тут вылез крем, испачкался, чтобы их раз выдавил, хлопнул, закрылось. И смотрите, какой большой объем, 150 миллилитров, хватит надолго и будет огромное удовольствие. Еще вот этот крем очень люблю. А сколько он будет стоить? 139 рублей. Ну, надо брать, крем очень хороший. Для ног мне нравится всего. Я всем пользуюсь для ног, и маски делаю, и кремом мажу, и скрабирую. Интимку я пока попробовала только розовенькую из этой серии. Да, мне она нравится. И крем такой не взяла, но я его им пользуюсь. Станки мне совсем не понравились. Вот именно вот эти брала. Но они мне неудобные абсолютно, поэтому я от них отказалась. Так, что я еще знаю? Ну, это, конечно, прелесть. Вот мои любимые ароматы. В этот раз я себе в прошлом каталоге взяла новинку с кардамоном, по-моему. Забыла, как называется, хлопок, кардамон. Очень тоже приятная штука. Так, что здесь? Покажу скраб сахарный. Вот он прям, боюсь, сейчас открою, потечет. Вот видите, прям сахар, как будто бы... Выдавливаешь на руку, как будто мед засахаренный. Очень хорошо отшелушивает кожу, напитывает ее, пахнет вкусно. Я, в принципе, медовую коллекцию все обожаю. И вот хочу показать вам этот спрей. Кстати, его так надолго хватает. Это спрей для сна с лавандой. Он не всем помогает. Я читаю много отзывов. Кому-то он прям идет на ура, как мне. А кому-то вообще никак. А кто-то даже не любит аромат лаванды. Поэтому я, во-первых, я люблю лаванду. Во-вторых, он мне реально помогает. Я с ним лучше засыпаю, сладкие сны. И прям приятно. Брызгаешь на подушечку один раз. Много не надо, потому что он сильно пахнет. И ложишься. И буквально через несколько минут уже все, уже спишь. Уже сонники смотришь. Так, мы уже подходим к концу. Смотрите, у нас выходят новинки в детской серии. Здесь будет туалетная вода и мыло. И можно взять в наборе, будет выгоднее цена в наборе. Для мальчиков наборы шампуни и кондиционеры. Особенно хочу обратить ваше внимание на набор. Сейчас скажу, какой мне очень понравился. Так, для защиты от погодных условий очень понравился. И мне понравился для блеска волос. Он прям вот, ну, классный. Так питает хорошо. Прям супер. Масло не брала. Очень соблазнительно, но я не знаю, зачем мне мерцающее масло. Если мне кто-нибудь расскажет, что с ним делать, я тогда себе тоже закажу, потому что всего 299 рублей. Я думаю, он будет вкусно пахнуть медом, а еще и блестеть. Ну вот как? Смотрите, нанесите крем для рук, наденьте перчатки, носи их сколько хочешь. Это не помешает тебе пользоваться смартфоном. Нет, это про перчатки, а про масло. Ну, не знаю, вот просто сияет и аромат меда. Ладно, не буду заморачиваться. Что мне здесь еще нравится? Кстати, смотрите, увлажняющий крем для рук, мед и молоко, он... жирный, вот прям жирный. Кто любит такие крема, мне кажется, это самый жирный крем в Oriflame. Скраб для рук не пробовала, но я использую имбирный скраб из серии спа для рук. Мне он очень устраивает. Так, эта серия антивозрастная Optimals. Здесь идут у нас тоже что-то в наборах, серия чайного дерева, с чайным деревом. Что-то можно по отдельности. Например, вот маслица, вот такой флакончик, где-то оно здесь прячется, вот оно. Вот такое маслице. Я его использую как ранозаживляющий такой продукт, антибактериальный. Очень много у него показаний, для чего использовать. Поэтому тоже почитайте. Я думаю, что такое масло нужно в каждый дом. Очень хочу вот такой набор масла и шампунь. Смотрите, набор авокадо. Обязательно возьму, потому что вот это масло для волос чудесно использовать и в ванную налить. И вот я делаю маникюр, вот, например, сегодня делала, я в чашечку налила воды, налила этого маслица, подержала, кожица вся размягчилась и в то же время напиталась кожа, то есть она прям такая сытенькая становится. Вообще хорошие наборы, и цены мне очень нравятся на них. Учитывая еще нашу скидку, вообще будет очень выгодно. Вот она, прелесть моя.
Ой, как здорово! Набор кокосовая вода и дыня, мой любимый аромат. Ну, сейчас, по крайней мере, раньше у меня был любимый клубника, надоел. Сейчас этот фантастический набор мыла и крем для рук. Яблоко и корица. То есть, если вы любите эти ароматы, яблоко и корица, то набор прям для вас. Я обязательно возьму. Он уже не первый год у нас, и я хочу сказать, что он потрясающий просто пахнет. А мыло, оно аж прозрачное. То есть мыло выглядит как мыло ручной работы. Здесь нас ждут новинки. И смотрите, пена для ванны ванили корица. Классно, мне уже нравится. 300 миллилитров, 159 рублей. Возьму однозначно. А с этой стороны у нас набор, который включается мыло и крем для рук. И мыло, смотрите, какой формы красивый. И всего 149 рублей. Я считаю, что это отличное предложение. И было бы прям здорово. Я бы еще вот такую игрушку купила. Жалко, не продается. И вот саночки еще. И заканчивается у нас каталог с смягчающими средствами. Именно такие не взяла. Покажу вам, как они приходят. Вот в такой коробочке. То есть не ждите, что придет вот эта банка. Это просто очень крупный план. Это маленькая баночка. Читайте всегда, сколько миллилитров. Здесь 15 миллилитров. Вот так она выглядит. И здесь чудесная. Просто чудесное волшебство, смягчающее средство, которое смягчает кутикулу, губы, кожу, где сухо, колени, пяточки, локти. Локти это вообще просто, ну, здорово смягчает. И даже кожу лица, и вокруг глаз. То есть все, что сохнет, мы наносим смягчающее средство, и кожа становится мягонькая. Особенно мне нравится, когда у детей болячки, они чешутся, надо помазать смягчающим средством, и болячка быстрее отвалится. А на последней странице новогоднее предложение на серию Discover. Смотрите, обратите внимание, флакончики все оригинальные, разнообразные. Ну, по прошлому году могу сказать, что тоже была новогодняя тематика, закончились на первой неделе, и потом приходили обычные. Поэтому, если вы хотите именно вот с таким орнаментом получить себе гель, там, со снеговичком или с оленем, то закажите на первой неделе каталога, чтобы вам пришли. Прямо здесь предупреждается, что это лимитированный новогодний дизайн. Успели — получите, не успели — не получите. Спасибо вам огромное за внимание. Я вам желаю продуктивного каталога, классного завершения 2019 года, чтобы вы в Новый год 2020 вошли с потрясающим настроением, с новыми планами, мечтами, и чтобы все ваши мечты сбывались. Удачи вам! Спасибо за внимание. Жду комментарии под видео, с вас лайк, и подписывайтесь на наш канал, рекомендуйте нас своим друзьям. Пока-пока!